мир всем. Мы находимся сейчас в моем сарае. Я разговариваю шепотом, потому что сейчас происходит очень ответственный момент, который я покажу. Громко разговаривать нельзя. Значит, у меня свинья сейчас рожает. Происходит опорос свиньи. Это тоже очень интересный, очень волнительный процесс. И мы сейчас посмотрим. Сейчас я вам его покажу. Этот немножко не туда тыкается, а тот уже молодец. Лучше, конечно, ничего не трогать, пускай все сами. Тут, конечно, можно немножко помочь, можно. Сейчас мы попробуем. Еще один товарищ. Где уже он там кушал? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так что все потихонечку. Тебе что надо? Так, у нас уже стемнело на улице, я пришел, а процесс продолжается. Смотрим. Я тут вот фонарик поставил. След. Значит, я хотел сказать, что последа у свиньи должно выходить два. У нее там получается расположение как-то вот с двух сторон, ну как мешки такие что ли. Два последа выходит. Их, конечно, надо убирать. Сейчас уже один вышел, я вижу, я его сейчас уберу. Еще я хотел показать одну такую деталь интересную. Значит, вот здесь приступка видно, нет? Вот это деревянный пол, здесь бетонный, где они оправляются. Вот. Бывает так, ну, то есть видите, вот расстояние небольшое, бывает поросенок ночью там или как-то упадет сюда. Вот, и если вот, например, не подложить соломки или что-то не подстелить, он может, ну, просто замерзнуть и погибнуть там, в первую же ночь. Вот. Поэтому я насыпал сюда соломки. Либо я там дощечки подставлял, ну, не в наклон, конечно, так вот. Ну, в случае соломки, если даже поросенок сюда как-то упадет, то он тык-тык-тык, раз, и опять к ней. Обязательно в сарайке на ночь оставлю свет сегодня. Сегодня, и может быть, ну, у меня там диодные фонарики недорого, немного берут.
там 2-3 ночи, может быть, с недельку, чтобы они это подросли немножко. Потому что в темноте тоже он может куда-нибудь уползти и просто замерзнуть. Поросятам нужно тепло, особенно в первые, ну, в первые дни жизни. Вот. Ну, все, собственно, все. Слава богу, вроде я 9 штук насчитал. Ну, потом еще, наверное, попозже вечерком приду, еще проверю, окончательно убедиться. Вот. Ну, а завтра уже еще раз по головам посчитаю. Вот. Ну, все. Всем до свидания. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.